Надеемся, к Дню города, в сентябре месяце, мы всю работу закончим здесь. Пока что идет у нас все по плану, и, в принципе, опасений пока никаких нет. Несмотря на то, что сменилось руководство города, которое обещало помочь, все идет в заданном алгоритме. Ну, вы знаете, в мире ничто не вечное, поэтому я думаю, что этот вопрос на контроле администрации области, и что бы там ни происходило, какие бы там события в городе, там, в области не были, но данное слово, это, думаю, власти наши областные не дадут, как говорится, спустить на тормоза, и мы завершим обязательно это строительство, это ремонт памятника. Скажите, пожалуйста, что уже сделано? Вот сейчас вот ребята выгружают опалубку и будем делать бетонную стену, на которой будет потом возложены плиты с фамилией, монтироваться плиты. Вот. И они будут вот как раз-таки совместно с нижними плитами, которые под уклоном стоят, оно будет как в едином ансамбле с начала и до конца. Все фамилии, которые мы собираемся увековечить, они все поместятся именно вот на этом промежутке. Буквально с 3 числа у нас начнется монтаж и примерки первые по скульптурной части. Скульптуры будут заменены бронзовой композицией, которая уже согласована с автором проекта и получили добро. На памятнике у нас будет бронзовый венок. Под венком оно будет находиться колокол, действующий, хороший колокол. И вверх будет стремляться 3 журавля, которые будут символизировать души наших ребят, которые ушли из жизни. Планировать к какому сроку? Ну, планируем до конца августа. И к Дню города мы собираемся его открыть. А люди часто обращаются по поводу того, что мы организовали, что вы делаете здесь? Да, мы правильно организовали всю эту работу. Это благодаря главе администрации Советского района. Мы повесили табличку, и как бы вопросов уже не возникает. То есть здесь идет реконструкция. Те даже, которые там телефон указаны, и наш телефон, и подрядчика, они звонят, задают вопросы. Даже местные жители даже звонят, говорят, господи, неужели, говорит, мы вот с бабушкой сколько лет боремся, говорит, чтобы этот памятник привели в порядок, а тут наконец-то взялись. Я сказал этим как раз этой семье, говорю, я вас официально приглашу на открытие, говорю, чтобы вы не переживали вместе с бабушкой. Обратной дороги нет.